Анастасия Стрельцова узнала о трагедии в Крокус-Сити-Холле из выпуска новостей. В тот же вечер она с командой волонтеров организовали группу, очертили план действий. Всю неделю добровольцы находились у стихийного мемориала на месте теракта. Помогаем людям с навигацией, как пройти к мемориалу, как пройти в пункт психологической помощи. Если кому-то стало плохо около мемориала, также можем дать водичку, отвезти к спецслужбам, которые могут помочь. Школьница с детства стремилась помогать простым людям, а в старших классах узнала от педагога о движении добровольцев. И вот уже полтора года она в статусе волонтера. Посыл огромный, потому что эта трагедия объединила всю страну, всю Россию, и каждый... Это нужно помнить, безусловно. Мы чтим память погибших и морально поддерживаем родственников погибших. На 9-й день после трагедии волонтерские объединения округа и просто горожане почтили память жертв теракта. Вновь зажгли свечи у народного мемориала на центральной площади. Теракт в Крокус-Сити-Холле стал одним из самых крупнейших в истории России. Порядка 140 жертв, более 500 пострадавших. Стихийный мемориал у администрации продолжает расти. Здесь детские игрушки, цветы и свечи от всех неравнодушных жителей округа. Олеся Лукина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».